Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я буду играть в игру под названием Riot Civil Unrest. Это симулятор народного волнения. В данной игре можно играть как за бунтовщиков, так и за противоположную им стороне, то есть за полицию. И давайте же начнем сюжет. Тут есть 4 кампании. Так. А есть что-то вроде обучения? А, вот, туториал. Давайте обучение бунтовщиков. Ни разу не встречал игру в подобном жанре. Думаю, она будет интересной. Также мне понравилась ее пиксельная стилистика, чем-то мне напомнила именно Party Hard. Хотя, в принципе, здесь немного другие задние фоны. Там они как бы рисованные, пиксельные и более яркие, а здесь даже не знаю, как сказать, как будто реалистичные фото, которые растянули специально, чтобы пиксельно казаться. Так, нам надо перегруппироваться, чтобы добраться до основного протеста. Для выбора группы щелкните левой кнопкой мыши «Отряд» либо значок отряда, или нажмите клавишу «Tab». Так, хорошо. Нажмите правую кнопку мыши для перемещения отряда. Вперед! Так, нам сюда надо двигаться. Полиция перекрыла нам дорогу. Сейчас нас выгонять будут. Сохраняем спокойствие, не позволим ситуации выйти из-под контроля. Удерживайте кнопку без насилия или коснитесь ее, чтобы успокоить группу. Так. Или удерживайте. Так. Так, не случилось. Не причиняем никому вреда. Сохраняем спокойствие и сопротивляемся. Помните, никакого насилия. Что бы ни случилось, наверное, тут написано. Для размещения баррикад щелкните левой кнопкой мыши значок баррикад, затем левой кнопкой мыши на землю. Так, ну... Хорошо, сохраняйте спокойствие. Всем руки вверх. А, это полиция вроде, наверное, говорит. Или нет? А, это нет, это нам так говорят. Полиция пошла в наступление. Сопротивляйтесь, они не имеют права нас отсюда выгонять. А чтобы повысить дух пением, нажмите левой кнопкой мыши на значок пения. Левой кнопкой мыши. Чёртова полиция, оставьте нас в покое. Подтолкните толпу к переходу в агрессивный режим. Пошлите. Удержите кнопку агрессии или коснитесь ее, чтобы сохранить толпу. Так, защищайтесь. Нажимайте левую кнопку мыши для выбора навыка. Так, это камнями, наверное, кидаться, да? А, нет, это куда мы можем идти. Для размещения наступительной сильной баррикады нажмите левую кнопку мыши на значок баррикад, затем левую кнопку мыши на... Бунтовщики начнут возводить наступительную баррикаду. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выбрать первый предмет в инвентаре. Граната из газеты. Самодельная граната из пороха, картона, штукатурки и других... материалов при взрыве производит громкий звук. Так, давайте сюда. Так, отступаем. Я же кинул туда гранату. А чё ничего не произошло? Бросьте коктейль Молотова для выбора щелкнуть кнопку мыши. Коктейль Молотова. Давайте, кидайте. Вот это я понимаю. Все, мы их прогнали. Наступаем! А, мы их разозлили.
Все же нас прогнали, да? О, теперь мы играем за полицию, ладно. Мы получили приказ очистить территорию. Выберите тактический отряд, который войдет в здание. Ну, вот он. Войдите во двор. Находящиеся внутри могут быть опасны. Осторожно, входите в здание с троем черепаха. Войдите в здание. Медленные такие. Арестуйте всех, кто незаконно там находится. Что-то он в однюху пошел. Какой-то строй черепаха, если они тут, короче, вообще рассредоточились. Давайте арестовывать. Чё вы тут? Вот как это работает, да? Командир, людей слишком много. Мы не можем арестовывать сразу всех. Диспетчер, подступайте. Направляем к вам штурмовые отряды. Нам надо заходить. Применим другую стратегию. Сместить стратегию, удерживать для сменной стратегии оборону наступления. Так, в оборону нам надо? А, в наступление. Заходим быстро, делайте все необходимое. Так, строй клин. О, я, кстати, кажется, знаю даже, что надо делать. Строй клин. Намного эффективнее будет. Ну, давайте, идем вперед. Сейчас к стенке их зажмем. Ничего себе! Командир, кажется, они тут все попрятались. У нас большие проблемы, нам нужно отступать. Диспетчер, отступайте, стрелковый отряд их оттуда выкурит. Чтобы переместить все отряды к одной цели, нажмите правую кнопку мыши на значок перегруппировки, затем нажмите левой кнопкой сюда. И что дальше? Это стрелки. А, это стрелки у нас. Ну, и что? А. И что? Что-то я не понял. Ну хорошо, мы здесь. Пошлите? Чё? Что-то я не понял. Рация координирует перемещение полиции. Диспетчер, цельтесь внутрь здания, чтобы их выгнать. Дымовой гранатомет М320. Дымовой гранатомет средней дальности. Не понял, а как мне им стрелять-то? Сейчас мы их избивать будем, да? И что дальше? Я вообще не могу управлять. Так. А нам надо перегруппироваться, чтобы добраться до самого протеста. Это все то же самое, что ли? Для выбора группы щелкните... Это, похоже, то же самое же. Да, это, походу, повторение обучения. Да, это, короче, повторение обучения. Так, ну я в принципе понял, как это делать. Ну ладно, давайте пропустим обучение.
потому что я уже все обучился. В принципе, ладно, на этом я думаю серию закончу. В следующей серии я начну проходить уже кампании. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.